Утка – символ очень необычный. Кто регулярно с нами уже не один год, наверное, уже помните, у нас было много разных курсов, посвященных этой утке, и в глинорепных технологиях, и в других каких-то. Мы использовали даже медитации, связанные с этой уткой, потому что этот символ довольно-таки, ну, международный, я бы его назвал, планетарный символ. Он прослеживается во всех культурах нашей планеты. Ну, если брать славянскую, то, может быть, вы помните, у многих в старых деревнях, может быть, видели ковшечки, черпачки, даже конек избы нередко был уточкой. Как бы такая уточка, и она присутствует. Либо это черпачок, либо это какая-то ложечка, либо это ковшик, либо это какой-то такой, как бы, элемент посуды, уже больше похожий даже на какую-то крынку, и там голова уточки. Это очень важный, глубокий символ.